красочно и ярко началось мероприятие, посвященное награждению школьников-олимпиадников Татарстана. Республика Татарстан вот уже четвертый год подряд занимает третье место во всероссийских олимпиадах. И по словам министра образования и науки Республики Татарстан Энгеля Фаттахова, ведется большая работа по подготовке олимпиадников для достижения более высоких результатов. Действительно, у нас положительная динамика. Когда-то мы были четвертыми среди регионов Российской Федерации по всей Московской области. Но сейчас твердо в третьей позиции, тем более хорошим отрывом. Поэтому мы ставим задачу на следующий год Санкт-Петербургом, город. Ну, у них хорошая команда, но мы тоже убеждены, наши ребята тоже достойно выступят и в 2017 году. Всероссийская предметная олимпиада школьников проводилась в 4 тура – школьный, муниципальный, региональный и заключительный по 24 предметам. Лучшие школьники Татарстана – они на то и лучшие, что обладают большой усидчивостью, терпением и трудолюбием. Была очень длительная, очень нудная. Нужно было перебрать десятки учебных материалов, перечитать книги от корки до корки и, соответственно, поверхностно заниматься, еще раз заниматься, изучать другой материал, который не включен именно в стандартные учебники. Вот. Уделялось большое количество времени. Каждый день с сентября месяца с 6 до 8:30 мы уделяли время подготовки. Сборная Республики Татарстан завоевала 141 призовое место. Это на 32 места больше, чем в предыдущем году. Значит, уровень подготовки школьников только растет. И это не может не радовать. Победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников были вручены денежные сертификаты. Ну а нам остается лишь пожелать школьникам очередных побед. Аделя Валеева, Роман Самарин, Универньюз.